Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась. Об этом сегодня рассказал главный кардиолог области Александр Исаков. За последние 8 лет количество умерших сократилось на 30%. По словам специалиста, сейчас уделяется особое внимание медицинским кадрам. А в кардиологические отделения области ежегодно закупают новое оборудование. Уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний можно, например, знать свой уровень холестерина, отказаться от соли, вести активный образ жизни и проходить ежегодно диспансеризацию. Кроме того, сентябрь в Кировской области объявлен месяцем здорового сердца. Уже с сегодняшнего дня во всех медицинских учреждениях города можно измерить свое артериальное давление. Просто не знают или не догадываются, или просто не измеряют артериальное давление, а тем не менее артериальная гипертензия – это очень грозный фактор риска. В этот же месяц будут проведены день открытых дверей в кардиологическом диспансере. Он запланирован на 21 сентября, и население города Кирова и Кировской области могут посетить кардиолога. Это будет суббота.